Всем моим зрителям огромный привет. Хотела спросить у вас совета. Вот смотрите, я блондинка с каким-то таким, не знаю, мне кажется, немного пепельным оттенком волос. А я хотела спросить у вас совета, какого цвета брови мне лучше подобрать. Вот смотрите, сейчас я использовала такой не черный оттенок, а какой-то светлый черный оттенок. А сейчас я их смою, покажу вам коричневый оттенок и покажу серый оттенок. Как вам больше понравится, напишите в комментариях, как мне больше идет, потому что, честно говоря, у меня вот дилемма, то ли черные брови, то ли коричневые, то ли какие-то пепельные. Но пепельные мне просто не нравятся, как-то я не знаю. Не знаю, что выбрать. А сейчас увидимся через секунду, я смою вот этим, потом покажу вам коричневые. Ребят, я вернулась, вот это коричневый вариант брови, смотрите. Что вам больше нравится, обязательно напишите в комментариях. Да, они сейчас, конечно, менее интенсивные, на мой взгляд. Вот, но вот мне очень важно ваше мнение. Вот, ребята, а это вариант серых теней на бровях. Я вот не знаю, какой выбрать. Обязательно напишите в комментариях. Мне очень важно ваше мнение. Вот действительно сама не могу разобраться. Слушала, что блондинкам подходит больше коричневые или серые брови. Ну, я не знаю, мне серые как-то, честно говоря, вообще не нравятся. Напишите ваше мнение, мне очень интересно почитать. Всего всем спасибо, обязательно подпишитесь, пишите комментарии, вообще спрашивайте все, что хотите спросить. На все комментарии ваши я отвечаю. Всем спасибо, хорошего дня, счастливо.